У медиков из приемного покоя онкоцентра во время пандемии коронавируса работы прибавилось. Сначала они должны определить, не болен ли поступивший коронавирусом. Для этого врачи проводят предварительный осмотр каждого пациента. Собирают тщательный анамнез, узнают, были ли контакты с людьми, у которых есть первичные признаки инфекционного заболевания. Все пациенты, поступившие в стационар химиотерапевтического отделения, имеют возможность за несколько дней по интернету направить результаты своих анализов, которые сделали амбулаторно по месту жительства, чтобы лишний раз не посещать центр. При малейшем подозрении им даются рекомендации, и эти пациенты получают помощь уже в поликлиниках по месту жительства при подозрении на инфекционные заболевания. Поэтому это тоже один из методов. И значительно увеличено количество пациентов, кто проходит телемедицинские консультации именно в режиме онлайн с федеральными центрами. В онкоцентре, чтобы уменьшить количество контактов между пациентами, разграничили их потоки. Те, кто проходит лечение в стационаре, не пересекаются с пришедшими на амбулаторное лечение. Врачи говорят, что хотя эпидемиологическая ситуация и сложная, но она не должна стать препятствием для получения медицинской помощи в онкоцентре. Речь, когда идет о первичных онкологических больных, требующих неотложной помощи, визит откладывать не надо. Если это плановая ситуация и какой-то текущий осмотр, то, наверное, может быть, и есть смысл там на 2-3-4 недели отложить, если это есть такая возможность. По мнению медиков, если речь идет о регулярном наблюдении, визит можно сдвинуть на более поздний срок. Но лечение откладывать ни в коем случае не стоит. Елена Малютина, «События».